Приветствую вас всех на моем канале. Сегодня я хочу поделиться с вами моим авторским рецептом. Это фаршированные кальмары. Я не совсем уверен, что вы сможете найти этот рецепт где-то в интернете. Есть смысл познакомиться с этим рецептом из первоисточника. Для приготовления этого рецепта мне понадобится кальмар. Я взял 2 штуки. Взял также 2 маленьких филе окуня. Вы можете взять филе любой другой рыбы. Возможно, лосося. Это был бы хороший вариант. Перец, сливки 30%, оливковое масло, шафран, чеснок, 1 зубчик, розмарин, тимьян и соль. Предварительно очистите рыбу от костей и снимите с нее шкуру. После того, как вы это сделали, порежьте рыбу на небольшие кубики. И обязательно их взвесьте. Количество рыбы у меня составило 135 грамм. Соответственно, я возьму 70 миллилитров сливок, то есть ровно половина. Круто присаливаю, добавляю немного шафрана. Шафран — это ингредиент необязательный. Немного поперчим и пробьем в блендере. На данном моменте мы приготовим так называемый фарш. Это не что иное, как по-русски, наверное, все-таки звучит как фарш, но во французском варианте это фарш. То есть мы мелко измельчаем рыбу со сливками. После этого можно протереть через сито. Но так как мы готовим в домашних условиях, я этого делать не буду. Так, ну, рыба моя полностью измельчилась. То есть здесь практически не осталось комочков. Убираю пока это в сторону. Занимаюсь кальмарами. Кальмары у меня в принципе очень чистые, но тем не менее. Значит, что я хочу сделать? Мне нужно кальмара вывернуть. Вы можете это сделать при помощи пальца, как это сделаю я. То есть берете вот таким вот образом, вставляете палец, продеваете его внутрь кальмара, и кальмар выворачивается. Все, вы его развернули. Здесь вы можете удалить все пленочки. И следующий кальмар точно так же. После того, как вы очистили кальмара, мы делаем вот такие вот надрезы. Только аккуратненько, чтобы нам тушку кальмара не прорезать до конца. Нож должен быть острым, тогда у вас проблем с этим не возникнет. Но если вы нечаянно прорезали кальмара полностью, то ничего страшного. Переворачиваем кальмара и в обратную сторону. Получается, мы как бы делаем насечки в форме ромбика. И с другой стороны переворачиваем. И также поступаем со следующим кальмаром. Нож держите под таким хорошим углом, чтобы он прикасался, то есть касался ваших пальцев. Тогда вероятность того, что вы прорежете кальмара насквозь, будет минимальна. Так, я кальмары посолил и обжариваю на сильном огне. Ну и одновременно я варю соус для моих кальмаров. Как готовится рыбный соус, вы можете посмотреть на моем канале. Ссылку я укажу. Кальмары готовы, я их убираю в сторону. Сейчас я их буду готовить в духовке. Это продлится примерно 20 минут. В это время я включаю рис. Рис у меня варится в рисоварке. А я в это время буду фаршировать кальмаров. Можно это, конечно, сделать кондитерским мешком, но я не буду из-за такого маленького количества использовать мешок. Поэтому сделаю это вручную. Ну, а из остатков фарша я сделаю небольшие котлетки. И также отправлю их в духовку. Доводить кальмары до готовности я буду в духовке. При температуре 160 градусов 20 минут. Ну вот, я вот таким образом я их укладываю и отправляю в духовку. Соус мой готов. Овощи я начинаю разогревать. Овощи в кисло-сладком соусе вы также найдете на моем канале. Ссылку я укажу. И рис у меня тоже сейчас уже через минутку будет готов. С кальмарами вместе. Ну и я перехожу на стол подачи.
Ну вот такой вот у меня сегодня незатейливый обед. На сегодня у меня все. Если вам понравилось это видео, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я вам желаю приятного аппетита. До новых встреч!